Всем привет! Сегодня мы решили просто прокататься по Нюрнбергу и вокруг Нюрнберга. Вообще хочется куда-нибудь поехать, но так как карантин, возможности такой нету. А вокруг Нюрнберга, вокруг нашего города мы можем проехать. Поэтому мы решили просто проехаться куда-нибудь, куда глаза глядят, и куда-нибудь, где мы еще не были. И вот сегодня мы решили просто ткнули пальцем в карту и выбрали такую деревеньку под названием Боксдорф. И там мы нашли озерцо с гусятами, насладились природой и поехали обратно. Говорит. Никогда не слышала, как разговаривают гуси. Угу. Ветер дует. Ветер дует. Такие разговорчивые.